Они вернулись. 12 украинских моряков, которые больше года провели в заключении на судне «Миконск Спирит», сегодня ночью прилетели домой. На каких условиях их отпустили из Греции и как ребят встречали близкие, узнала Евгения Коваленко. Почти 2 часа ночи. Все ждут рейс «Анкара-Одесса». Его немного задерживают. Родственники моряков заметно нервничают и пока не разговаривают с журналистами. Боятся пропустить тот самый момент, которого ждали больше года. И пристально вглядываются в толпу пассажиров. И вот он уже перед ними. Родные просто не верят глазам и не сдерживают слез. Ребята не слишком многословны. Говорят, очень устали и соскучились по родным. Я рад, безумно рад, потому что я вернулся домой. Дмитрий не видел своего сына 1,5 года. Это мой сын, Артур. Но он сюда не давали, но его, видно, разбудили. Поздно. Он меня вообще не помнит уже. Стесняется. Как можно больше проводить времени с семьей, а также вкусно наесться и вдоволь выспаться, мечтают моряки на родине. Очень сильно устали. 4 пересадки было, уже валимся с ног, ну просто хотим домой спать. Всего 12 моряков сегодня вернулись домой из Греции. Там они 14 месяцев находились на корабле под арестом. Их задержали по подозрению в контрабанде оружия. Все это время, пока они ждали ответа от греческих властей, им приходилось жить буквально в нечеловеческих условиях, без топлива, света и воды. С продуктами помогали благотворители из греческой диаспоры. Они же арендовали им дом и наняли адвоката. Суд отпустил моряков домой при одном условии. Первые 5 чисел месяца, получается, приходить каждый месяц отмечаться, в общем, и все. Ну, не покидать страну, ну, Украину. Отмечаться в греческом консульстве в Одессе, если потребует суд, прибыть в Грецию. Спасибо все-таки греческим вот этим вот адвокатам, спасли наших детей. Зверталася до всех, начиная с консула, с посольства, ну, ко всем. Мы очень благодарны. Если бы не они, они бы там бы могли остаться навсегда. Но не все ребята из экипажа судна «Миконг Спирит» смогли сегодня обнять своих родственников. Еще 5 украинских моряков остались в Греции, пока идет следствие. Я в любом случае надеюсь на то, что все вернутся домой. Потому что те обвинения, которые были предъявлены ребятам в греческом суде, они не обоснованы. В украинском МИДе заявили, что усиленно работают над их освобождением. Из Одессы Евгения Коваленко, Владимир Дедов. Подробности, телеканал Интер. Если наших ребят отпустили на родину, значит, велика вероятность полного признания их невиновности, полагают в украинском МИДе. Вот что сказал представитель департамента консульской службы Василий Кириллович. Отже, если будет такая необходимость, то граждане Украины, члены этого судна, члени экипажа судна будут появляться в Генеральное консульство Греции в Одессе для, очевидно, реєстрації. Мы надеемся, что крайней потреби в этом не будет. Все материалы у справі розглянуті Радою судів, и Рада судів ухвалила рішення, яке надає право залишити територію Греції. Для нас це правове рішення, яке визнає їх невинуватими у цій ситуації, в цій справі.